Европейское региональное бюро ВОЗ официально представило руководство по IFOAS – новый инструмент, который поможет лицам, формирующим политику, правительствам, гражданскому обществу и научным кругам узнать, где искать информацию, инструменты и методы, необходимые для того, чтобы участвовать в реализации новых и преобразующих путей достижения целей в области устойчивого развития. В европейском регионе ВОЗ за последние годы был достигнут значительный прогресс. Но все еще существует слишком много различий внутри стран и между странами. Неравенство в отношении здоровья продолжает существовать, и пандемия COVID-19 лишь усугубила ситуацию, ставя под угрозу достигнутый нами прогресс. Сейчас у нас есть уникальная возможность не сбиться с курса и добиться реального прогресса в нашей работе по достижению ЦУР. Руководство по IFOAS станет ценным ресурсом для тех, кто стремится сделать это реальностью. Дополнительная информация на сайте www.euro.hu.int.